В сегодняшнем видео я буду делать макияж, который вы сейчас видите на мне, и он создан новыми для меня косметическими продуктами, то есть это будет вот такое вот первое впечатление. Чем-то я осталась довольна, чем-то я осталась не очень довольна, но в процессе этого видео вы поймете, о чем конкретно я говорю. В последнее время я накупила огромное количество косметики, и мне вот нравится вот такой вот формат, когда я вживую все тестирую вместе с вами, вы видите мое первое впечатление, вы видите, как действительно все это наносится, и можете сами тоже делать выводы. Но перед тем, как мы с вами перейдем к нанесению макияжа, я хочу сообщить, что в этом видео, как и во всех видео в декабре, я провожу конкурс. На этот раз в этом видео я разыгрываю тенюшку от MAC. Это вот такая вот однушка, красивый медный оттенок, который называется Amorous Alloy. И также это еще не все, я разыгрываю еще минеральный праймер для лица от ELF и фиксирующий спрей от Wet n Wild. Если вы хотите поучаствовать в этом конкурсе, то правила очень простые, все, что нужно сделать, это только подписаться на мой канал и оставить комментарии в этом видео. В описании тоже будут все полные условия, до какого числа продлится конкурс, как я выбираю победителей, поэтому обязательно ознакомьтесь с этим. А теперь я предлагаю немножко вернуться во времени, там, где я вообще без макияжа, и постепенно начинать наводить эту красоту. Перед моими глазами сейчас лежит огромное количество новой косметики, у меня, честно говоря, уже терпилка лопается, и хочется побыстрее все это попробовать на себе. Первое, с чего я хочу начать, это будет Наташа Денона. Но перед тем, как у вас начнется дикое слюноотделение, сразу вас успокою, это не будет палетка за $250. И вообще, это, наверное, самый дешевый продукт, который Наташа Денона продает. Но я все-таки решила это заказать, попробовать. Я взяла ее спонжи для нанесения макияжа. У нее это спонжи без латекса. И здесь вот в упаковке 8 штучек. Я один уже достала и намочила. Посмотрите, насколько он стал больше. То есть я, кстати, по этому поводу удивилась, потому что вот... Обычный ее сухонький выглядит вот так вот, а вот этот, ну, достаточно сильно увеличился, если не в 2 раза, то где-то около этого. Но перед тем, как наносить тональную основу, я сбрызну лицо праймером от Colourpop. После этого на зону носа и вот здесь вот немножко на щеки я нанесу праймер от Wet n Wild. Он называется CoverAll Primer. И я его уже несколько раз пробовала, здесь будет не первое впечатление, но я его еще на канале ни разу не показывала. Он выглядит вот такой вот белым таким вот кремом, казалось бы, ничего особенного, но он просто отлично заполняет поры, вот прям вообще, вот так вот, когда его катаешь до полного высыхания на коже, он отлично сглаживает поры, и потом нос прям кажется, знаете, вот если у вас есть расширенные поры, то потом они кажутся такими прям матовыми и гладенькими. В качестве тональной основы я возьму свой давний фаворит Bourjois Healthy Mix. Я знаю, как эта тональная основа на мне выглядит. Она достаточно предсказуемая, поэтому мне кажется, что как раз таки для затеста нового спонжа это удачный выбор, то есть пользоваться тем, чем ты и так постоянно пользуешься, а не пробовать что-то новое. Мне нравится. Мне нравится, что у меня получается. Спонж не съедает какое-то количество невразумительной тональной основы, то есть все в пределах нормы. Но очень быстро, по-моему, спонж этот справляется. То есть из-за такой вот большой поверхности я вот боялась, что это будет минус, но на самом деле это даже плюс. Поэтому как бы Наташа Денона молодец. Теперь предлагаю перейти к бровям. И здесь я накупила целых 3 помадки для бровей, но они разных оттенков. Все это Colourpop Brow Color. Я ни разу не пробовала эти помадки для бровей, и я взяла 3 оттенка. Первый из них Dope Taupe, скорее всего, он мне и подойдет. Еще я взяла Blonde и Benign Brunette. Ох, блин, я очень надеюсь, что сейчас вы можете оценить все 3 оттенка. Самый нижний это Blonde, потом идет Dope Taupe и потом Benign Brunette. Benign Brunette это
это теплый такой вот именно для шатенок оттенок, даже не для брюнеток, а скорее для шатенок, такой вот коричневый шоколадный мокко типа. Вот этот скорее всего подойдет мне, потому что он должен быть более такой вот светловатый, типа как темный русый оттенок, что-то такое. Но, честно говоря, между блонд и dope top не сильно большая разница, поэтому я переживаю, что блонд может быть для таких вот прям совсем блондинок, может быть, он будет слишком темный. Сегодня я буду пробовать вот этот dope top, и кисть у меня Zarea Angled Brow 4A. Мне эта кисточка очень нравится. Кстати, помадка не такая прям, что, знаете, в ней утопает сразу кисть, то есть довольно-таки упругая эта помадка. И мне зачастую это нравится даже больше, чем супер мягкий. Оттенок, по-моему, очень даже удачный. Ну что ж, давайте пробовать, потому что так, в принципе, ничего не понятно будет по свотчу. А вот по уже финальному результату, я думаю, будет больше понятно. Ну что я хочу вам сказать, брови мне нравятся, вернее одну бровь я сделала с помощью этой помадки. Мне кажется, вполне хороший результат как для помадки для бровей, потому что помадки обычно используются там, где нужно очень сильно выделить бровь, возможно исправить форму, подправить форму, что-то такое, потому что с помадкой всегда получаются брови более насыщенные, чем с карандашом. Но в то же время, как для помадки, мне кажется, результат очень хороший, то есть брови такие выделены, цвет тоже достаточно хороший, не какой-то там не сильно теплый, не сильно холодный, вот такое что-то нейтральное, мне кажется, отлично. Самое время перейти к глазам. Я, кстати, на YouTube устраивала голосование, что вы хотите, чтобы я попробовала первым, и победила в этом голосовании палетка Colourpop All I See Is Magic. Если вы пропустили это голосование, то я вам сделаю тизер небольшой. Я купила еще тоже палетку Juvia's Place Masquerade. И это, конечно, обалденная просто палетка, вот чисто внешне. Я пока ее не пробовала, на нее обзор тоже обязательно будет, но в каком-то другом видео. И в этом видео я сделаю обзор, вернее, даже не обзор, это будет первое впечатление. Опять-таки, если вас будет интересовать прям детальный обзор, возможно, с какими-то макияжами, то вы мне пишите. Чем мне понравилась эта палетка? Тем, что она немножко более необычная для современности. Сейчас в основном делают очень теплые палетки, и тени все, практически все тени теплые выпускают на рынок. Очень редко встретишь холодные, нейтральные оттенки. Вот это же мне показалось в этом плане очень интересной. Хотя все равно в ней есть достаточно много теплых оттенков, но тут все-таки кое-где мелькают и холодные оттенки, и нейтральные оттенки. И меня это вот как раз-таки вот очень сильно зацепило. Она меня, эта палетка, вот прям вот вдохновила. То есть мне захотелось ее иметь и захотелось что-то с ней придумать, какой-то макияж. И так как у меня очень много запросов было сделать какой-то макияж к Новому году, я специально отдельное такое видео не делала. И, кстати, я вам обязательно оставлю ссылку, вы сможете посмотреть прошлогодний мой макияж. Мне кажется, он отлично просто подходит для Нового года. Он такой вот именно гламурный, праздничный. И в то же время он такой вот нейтральный, то есть никто не испугается таких оттенков у вас на глазах. Начну с оттенка Go Wish. Наношу его на пушистую растушевочную кисть и начинаю тушевать эти тени. Сначала буду строить такую какую-то базовую форму в макияже. Этот оттенок практически сливается с тоном моей кожи, что в принципе неплохо для транзитного оттенка. Дальше я буду брать вот этот оттенок, который называется Imperial, и тоже буду также, в принципе, по той же схеме наносить. Тоже сначала во внешний уголок глаза потопчусь и потом вот как бы буду строить форму дальше. Пока у меня эти тени не вызывают каких-то вопросов и нареканий, потому что качество очень похоже на качество Colourpop. Не кажется, что они как-то отступили в плане формулы и сделали что-то другое. То есть, в принципе, работают абсолютно так же, как и до этого все тени Colourpop работали. Под бровь я нанесу вот такой вот еле-еле сатиновый телесный оттенок. Это, кстати, у нас Treat Yourself. Он очень-очень едва уловимый, вот такой вот какой-то сатин имеет. То есть практически этот оттенок матовый. И мне кажется, что он вот как раз хорошо сработает как хайлайтер под бровью.
особенно для тех, у кого нависшие веки, и акцента там сильно большого не сделает, и в то же время как хайлайтер сработает. Ну что ж, пока получается у меня такой вот очень какой-то романтичный, нежный образ, поэтому я предлагаю его затемнить. Я возьму вот этот оттенок, который называется Top Notch. Он у меня, кстати, в Рафиле отдельно есть. Красивый оттенок, очень такой вот богатый, скажем так. И он хорошо затемняет, прям вот так вот сразу чик-чик. И вот видите, сразу такое цветовое пятно получилось. Даже многовато, я бы сказала, для одного глаза, поэтому мы сейчас будем это все опять-таки тушевать. Теперь я все-таки возьму вот этот оттенок, который называется 1111, и буду наносить его на все подвижное веко, и даже немножко, я думаю, выше поднимусь, чтобы прям это очень празднично выглядело. Нанесла этот оттенок на кисть и сейчас сбрызну спреем от ColourPop, тоже фиксирующим, блин, и заляпала себе все зеркало. Мне кажется, что для праздничного макияжа это то, что надо, вот такой вот как бы он блестящий, то, что многие любят вот в такие вот праздничные дни. И прям мне хочется, знаете, его прям выше поднять на неподвижном веке, потому что хочется такое как мерцание глазам придать, и так как веки нависшие, то у меня этот оттенок практически весь закрывается, а если я его буду наносить прям выше, и вот здесь вот растушевывать вместе с тенями, которые я наносила до этого матовыми, то он немножко больше замерцает в этой зоне и будет немножко выглядеть более празднично. Ну что ж, мне пока очень нравится, что получается, но хочется немножко все-таки затемнить внешний уголок глаза, чтобы был немножко больше контраст. Но здесь, к сожалению, вот этот оттенок самый темный. Для повседневной жизни, может быть, мне бы его и было достаточно, но сейчас хочется немножко более темного чего-то. И вот единственный, который более темный в порядке, это вот этот. И он имеет в себе тоже большое количество шиммера. Но мы сейчас посмотрим, что у нас будет получаться. Я опять ту же кисть возьму. И оттенок этот, кстати, называется Never Never. И вот я вижу, когда я его переношу плоской кистью, то он блестки вот эти не переносит. То есть он переносит больше свою матовую основу, а вот это огромное количество шиммера осыпается у меня здесь под глазами, что довольно типично для такой текстуры, но немножко неприятно. До этого тени не осыпались, но зато затемнение такое прям очень хорошее получается. И теперь мне осталось немножко это только подтушевать. Ух, мама моя дорогая, а тени эти не хотят смахиваться. Вообще не хотят смахиваться. Ой, кошмар. Да, наверное, они своим названием никогда-никогда предполагали как раз-таки использование этого оттенка, по крайней мере, после нанесения тональной основы. Явно это не вариант, я не знаю, как видно или нет, у меня здесь полно черных точек. Я сейчас это буду исправлять с помощью спонжа Наташи Денона, прям вот так вот их вытирать с лица, потому что иначе они никак не хотят уходить. На нижнем веке, во внутреннем уголке я сейчас повторю те же оттенки, которые я использовала, то есть это вот этот и вот этот, построю немножко форму. Последний оттенок, который я нанесу во внутреннем уголок глаза, будет оттенок вот этот вот, который называется Pitter Patter. И сейчас вот я его опять-таки постараюсь вот так вот более жирненько нанести, для того, чтобы опять-таки добавить вот этого блеска и какого-то праздничного эффекта макияжа. И я нанесу его не только вот с внутренней стороны, но также и продолжаю еще до середины века и даже дальше иду вот поверх вот этого темного-темного, даже почти черного оттенка. Вот я практически до самого конца пойду этим оттенком. И теперь на слизистую до половины я нанесу коричневый, темно-коричневый карандаш. И также по верхней слизистой пройдусь немножко. Сделаю небольшую стрелочку с помощью подводки от Gouache, которая называется Extreme. И оттенок у нее 5-й бронз. И это не матовая подводка, она такая вот слегка бронзового оттенка. И я только с внешней стороны немножко добавлю стрелку. Ну что ж, я, в принципе, практически закончила. Пока у меня
сох клей на ресницах, я нанесла тоже уже контур и хайлайтер. В качестве хайлайтера я сегодня взяла Fenty Beauty, потому что это, наверное, самый такой выразительный хайлайт золотого цвета, и мне кажется, что с тем, что у меня на глазах, это, в принципе, для праздничного макияжа очень неплохо перекликается. У меня вот такой вот хайлайтер, это я наносила оттенок, который называется Hustler Baby. Единственное, что мне осталось, это что-то придумать с губами. И у меня есть достаточно много карандашей и помада от ColourPop. Я сделала очередной заказ. Помаду явно я сегодня эту использовать не буду, потому что помада прям такая конкретно красная. Это такой вот оттенок классический красный. Это оттенок, кстати, Ariba. Это коллаборация с блогером I Love Sarai. И также у меня из этой же коллаборации с блогером I Love Sarai есть еще ее оттенок Curve 2. И это как раз таки то, что нам может сегодня больше подойти. Это нюдовый карандаш. Давайте его посвочим, где бы его посвочить, чтобы вам это было видно. О, он сломался. Мне кажется, что это будет темновато для сегодняшнего макияжа, поэтому я поищу что-то более нейтральное. У меня есть еще 3 карандаша. И я делаю ставку либо на All Snap, но он более розовый, нюдовый. Вот он здесь. Вот это All Snap оттенок. И еще один карандаш, который нам может подойти, в принципе, это оттенок BFF. Это, наверное, самый светлый будет нюд из всех. Да, и он самый коричневый тоже. Светлый и коричневый. Это BFF оттенок. И что же мне подойдет? Что же мне подойдет? Наверное, все-таки мне подойдет больше всего оттенок All Snap. И вот так вот оттенок All Snap сам по себе выглядит на губах. Теперь я не могу определиться, какой сверху блеск нанести. Я однозначно хочу нанести блеск. У меня из вариантов стила оттенок Jack Frost. И я этот блеск обожаю. Это такой вот персик. Он практически прозрачный, но в нем огромное количество блесточек, очень красивых таких вот персиковых. Я очень надеюсь, что вам это видно. Либо второй вариант, который мне тоже кажется сюда очень хорошо подойдет, это Lorac Lip Luster Gloss и оттенок Peach Luster. Мне тоже очень нравится этот блеск, он более пигментированный, но единственное, что я ненавижу, так это то, что он воняет кореаном. Вот он здесь находится рядышком. Но я все-таки, наверное, выберу стилу. Ну что ж, вот, собственно, и все. Полный образ у меня готов. А на этом сегодняшнее видео я буду заканчивать. Но не забывайте, что в этом видео разыгрываются вот эти вот замечательные призы, такие как тени от MAC, а потом праймер от ELF и фиксирующий спрей от Wet n Wild. Если вы хотите все это выиграть, то вы можете поучаствовать в этом конкурсе. Все, что нужно сделать, это только подписаться на мой канал. И это можно сделать вот здесь вот где-то, и после этого оставьте комментарий, посмотрите в описании, до какого числа будет длиться этот розыгрыш. Я желаю вам удачи, и также не забудьте посмотреть еще видео, которые вам YouTube сейчас рекомендует. Я уверена, что они вам тоже понравятся. И, кстати, в одном из этих видео я вам оставлю новогодний макияж, который я делала в прошлом году, поэтому обязательно его посмотрите.